Серхио Рамос возвращается в Севилью. Именно с таким заголовком вышла пресса. Якобы испанец не будет продлевать контракт с ПСЖ и, соответственно, покинет команду на правах свободного агента. Сообщается, что окружение футболиста заинтересовано в возвращении Рамоса в родную команду Севилью. Спортивный директор красно-белых Рамон Монче уже давно пытается договориться с Серхио о заключении контракта. А сейчас, когда он будет находиться без клуба, решить этот вопрос будет проще. Мы хотим напомнить, ранее пресса писала, что Рамос может отправиться куда-то в сторону Криштиану Роналду и продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии. Но возвращение в Ла Лигу тоже не самый плохой вариант. Да, по деньгам, конечно, не сравнится, но в таком случае, как говорится, круг замкнется. Где начинал, там и закончит. Такие камбэки всегда выглядят очень символично. Не всегда удачно, но всегда символично. С другой стороны, Рамос не Роналду или Месси, от него не ждут кучи голов, пасов и всего прочего. Все, что от него ожидают, так это качественной игры в обороне. Ну, качественной относительно его нынешних возможностей. Все-таки он уже не мальчик по футбольным меркам, но все еще остается полезным на поле. Конечно, его трансфер в ПСЖ не произвел такого фурора, как то было в Реал Мадрид. Но все же, Серхио Рамос – это Серхио Рамос. На наш взгляд, лучший защитник последних 10 лет. Кстати,